Девчонки, хочу вам показать вот такую красивую регланную линию. Легко очень вяжется и красиво смотрится. Легко вяжется при круговом вязании, при поворотных рядах. Вот так с изнанки она выглядит. Очень красиво будет смотреться из махера. Нежненько. Там, где просто лицевая гладь в основе. И вот такой вот, такая вот регланная линия. Значит, что для нее нужно? Нам нужно разделить просто. Здесь нет петли реглана, да, петли или двух. Просто разделено вместе регланной линии. Вот маркером. Далее, что мы делаем? Мы вяжем здесь основной узор или лицевую гладь. И не довязывая до маркера 2 петли, делаем вот таким вот образом. Эти 2 петли поворачиваем, чтобы правая стеночка была у нас вверху. И провязываем их вместе. Далее, не снимая, делаем накид. И еще раз провязываем. То есть из 2 петель мы делаем 3 петли. Далее, после маркера, делаем то же самое со следующими 2 петлями. Провязываем, не снимая, делаем накид, еще раз провязываем. Все, сделали 3 петли. И далее вяжем либо узором, какой у нас, ну, либо лицевую гладь. В изнаночном ряду провязываем, если это круговое вязание, просто лицевыми петлями. Если это изнаночный поворотный ряд, то изнаночными петлями. И вот такая вот красота у нас получается. Все, девчонки, на сегодня все. Всем пока!